Хайо Квакеры, и на этот раз у нас вот этот вот чувачок Криспер Арт. Может, вы видели его на стримах, он у меня очень часто бывает на стримах. И он разыгрывает 900 алмазов, 900 алмазов. Заходим все на его канал, подписываемся, переходим вот, вот на это видео и участвуем в его розыгрыше. Ребят, давайте заходите на его канал, и у него будет розыгрыш. Вы обязательно выиграете там что-нибудь. Всем ква-ква, и погнали уже смотреть ролик. И снова все классно, и снова я Жабка, и мы снова на выпуске новостей, и на этот раз я вам покажу то, что выйдет очень скоро, и это будет персонаж, скорее всего он так будет выглядеть, потому что это промо-материалы, они закрытые, то есть они не в публичном доступе, и их очень было сложно найти. Но еще также покажу про инфу новый рюкзак. Короче, новый рюкзак, и вы его наверняка видели уже в коллекции, в общем, погнали смотреть. Да-да-да, это тот самый рюкзак, который выйдет очень скоро. Вы его, как я сказал уже ранее, видели, скорее всего, в коллекции. Чем-то похож на дракончика, очень прикольный, но не факт, что он будет стоить 400 алмазов, потому что это цена для другого региона. Ребят, сразу говорю, регионы разные, и в разных регионах разная цена, это сразу вот вам говорю. Поэтому не факт, что именно цена будет такая же. В принципе, неплохо выглядит, мне нравится, прикольно, прикольно. Реально топово. Погнали дальше, ребят. И вот мы подошли к самому главному, самому сочному изюминке, короче, нашего видео. Вот, это новый персонаж. Новый персонаж, это промо-материалы на него, и, скорее всего, именно так он будет выглядеть. В других версиях, регионах, персонажи по-другому называются, например... Миша это Лиза, например, Тимур это KLA, как-то так, вот. Сейчас вот этот персонаж называется Ирвин, Ирвин. Не знаю, как он будет у нас называться, но негр, навряд ли его будут называть русским именем. Но, в принципе, прикольно, выглядит он очень круто, брутально, сексуально. За это лайк нужно поставить, вот, и промо-материал, в принципе, нормальный. Вот, в принципе, это все, что я нашел. Извините, что так мало, постараюсь найти еще больше информации. Ребят, давайте поставим лайки, давайте 1000 лайков также набираем, и я буду стараться для вас находить еще больше информации. Всем ква-ква, до следующего видео, и увидимся у меня на стримах. Всем ква-ква.